Николаевский район Ульяновской области отметил свое 90-летие. На юбилей приехали первые лица не только нашего региона, но и соседнего. Делегация законодательного собрания Пензенской области посетила Николаевский район в рамках рабочего соглашения, а также в рамках праздника «В кругу друзей». Напомним, проект «В кругу друзей» направлен на укрепление и развитие добрососедских отношений с соседними регионами Поволжья. Пензенскую и Ульяновскую область связывают очень многолетние, плодотворные связи, не только добрососедские, но и в сфере экономики, культуры, спорта, социальной сфере. Мы многому друг у друга учились, перенимали опыт. И самое главное, это все было направлено на благополучие наших жителей, развитие Пензенской и Ульяновской областей. Поздравил николаевцев и глава Ульяновского региона. Сергей Морозов торжественно объявил, что к 90-летию из областного бюджета Николаевский район получит 90 миллионов рублей. Надеюсь, вы потратите и на благоустройство, возможно, на дороги, возможно, на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, возможно, на водоснабжение. Да мало ли куда можно потратить приличные деньги. Праздник продолжили номера лучших творческих коллективов Николаевского района и Пензенской области. Также в этот день жители муниципалитета увидели театрализованное представление. Здесь же прозвучал гимн муниципалитета в исполнении народного хора Межпоселенческого культурно-досугового центра. Кроме того, была организована работа тематических площадок, национальные подворья, хлеб Николаевского района с песней по родному краю и других.